Всем привет, с вами Срок. Я играю в Pro Evolution Soccer 2009. И вот он, этот долгожданный финал Лиги Чемпионов. И, как вы знаете, в предыдущем матче результат жеребьевки, так не жеребьевки, Челси им проиграл Ювентуса. Мы выиграли Рому, и мы будем играть в финале с Ювентусом. Так что, и дела так, все разговоры прочь. Начинаем играть, думаю, вы все ждете этот матч. В принципе, как и я. Так что у нас формы, наверное, там стандартные формы друг друга, ну, да. Так. Как видите, поменял тактику. Ну, в принципе, у меня все строится. Перефинить Лероха поиграть под Робиньо под нападающим. Нет, ну, с Робой под нападающим. Ну, в принципе, хай будет так. Все, в бой, погнали. Вот он этот трофей, который хотят выиграть многие. Команды уходят на поле, показывают нашу команду, показывают проигравшую команду, которая сегодня проиграет, конечно, все знают, кто выиграет. Первый мяч разыграем мы. Ну все, пошла вода горячая. Робин перехватывает. Пас на Робиньо, ну. Наши пасы, как обычно, на высоте. Заброс на Амаури. На Амаури, спокойно. Спокойно. Такой Каморанези катает. Ой, на Амаури пас. Фух, мимо. Робиньо сам. И ничего не получается. И Лерой на Робиньо. И можно забрать. Ну! Как не дают? Ехать, копать. Гути через своего спотыкнулся. Пас на Робина. Арьен. На Дэвидса. Дэвидс. Гути. Можно забить, ну. Гути. Техника проблема. А Маури уходит. Ну, а не Лерой фалит. Ну тут красная, да, это красная. Да. Оставимся мы в 10 ром. Вот и все. Каморанези для мяча. Без удар. Выше ворот. Робин сам. На финтах. Пас на Робиньо. Робиньо тоже сам против него фалят. Тут желтая, тут должна быть желтая. И что сделать судья? Желтая карточка кому? И долго считать ее фамилию. Разыграть нужно через пас. Или ударить. Или через пас, наверное, через пас. Пас на Робиньо. Толпа. Ну, нет. Убивает на аут защита. Рамос. Можно подавать. Короче, нет. Робиньо. Что? Что ж, прием сегодня с Робиньо. Гути. Гаго сам на Робина. Перевод на Дэвидса. Дэвидс. На Робиньо не доходит пас. Защитник успевает впервые. Робиньо! Куда ты дал пас, Робиньо? Ага. Да что ж такое? Как останавливать? Робин. Сам на Робиньо. Да ну, блин, что ты творишь? И шаг тебя нюхал. Наваро. На Гагу. Тут... На Робина. Не отбирает чистый мяч. Меня тупит очень сильно геймпад. Это, впрочем, как обычно, ничего удивительного. Робиньо. И пошел сам. Снейдер. Можно ударить, но нет. Защита Ювентуса не дает нам ударить. Гути.
Фабиньо. Фол против Фабиньо. Ой, против Рамоса, теперь фолзы желтые. Салих Хамидич. Желтая карточка. Рамос, пенальти. Это пенальти, друзья. Рамос зарабатывает пенальти. И тут что? Да, судья показывает на точку. Покажет ли он карточку? Нет, карточки, скорее всего, не будет. Возле мяча Робиньо, ну, по центру. Забивай. Выше, мать его! Ебись ты в рот! Ебать ты, Ишак кривоногий! Пиздец! Дожились! А это могло быть 1-0. Пиздец. Удалите это с поля, эту скотину черножопую. Теперь атакует Ювентус. Как я выше ударил, как? Ну ничего, не расстраиваемся. Правда, мы десятером. Вот то, что страшно. Но такого момента может уже и не быть. Пас на Робена. Робенчик. Робенчик на Робиньо. Можно бить, но нет. Прием у Робиньо не самый лучший. Нужно дожимать. Ювентус подсел. Подсел Ювентус. Хоть мы десятером, но жмем. А куда ты даешь пас? Получили подкат. Не удается остановить. Киеллини. Ой, заброс. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Удар Касильяс на месте. На месте Касильяс. Дэвид, спокойно. Пас на Робиньо. Партнер фалят. Тут я показываю, что чисто играем. У Робиньо уже нет сил, конечно. Там тебя затравили уже. Тебе бутылками тебя уже пора начать забрасывать. Ты. Второе пенальти уже порит. За сколько матчей. Эх, Робиньо, Робиньо. Ну, все перед вами отходит к концу. Игра какая-то не вра, но Ювентус просто везет. Ну, просто везет. Ну, перед тем, все, подошел к концу, нужно сделать пару заменок. Первый мяч во втором тайме разыграл Ювентус, но это логично, потому что в первом тайме мяч разыграли мы. Я выпустил Баптисту вместо Гути. Нам нужно немножко на защиту сейчас подыграть. Робиньо сам идет. Входит Робиньо на технике. Робиньо можно забить. Удар Буфон тащит слабенький ударчик для Джан-Луиджи. Это как темечки. Жульо Баптиста на Робена. Ай, Робен не проходит дырку. Снайдер вносит. Робен на Гаго. Гаго на Дэвидса. Дэвидс. Центр. Гаго сам. На Робенчика сильно очень дал. Робенчик. Хорошо. Робиньо. А, тут уже его защемили. Просто защемили. Коновару, отлично. На Робиньо. Сам. Прострел. И нужно забить. Да, вынимай, Баптиста. Замена оправдывается. Жульо Баптиста, мастер выходить на замены. Два гола и два гола замены. Просто лучший. Аплодисменты тебе. Ты просто лучший, Баптиста. Хух. Прострел все-таки. Забиваем. Дожали. Десятером. Десятером мы можем выиграть финал Лиги Чемпионов. Мы можем это сделать. Я верю. Нас верят. Верят нас наши болельщики. Робиньо обошел прострел на Баптист. И Баптист в дальний. Без шансов для Жан-Луиджи Буфона. Гаго двигает по флангу. Гаго. Дивится. Да. Немножко не то.
весной. Тяга выходит вместо Салиха какого-то там, который получил желтую. Пост. Такому Ранезе, Кутнюку Навару, чтить их от ворот. Так, Дэвид ошибается. Камаронети на подходе, чистить. Надежная наша игра защита. Робин. Все понятно. Так, Робин зарабатывает в защите и начинает на новую атаку. Робин на скорости. Разогнался Ариен. Ходит в штрафную, Робин. Робин, пас назад, что ты делаешь, Ариен? Баптиста. Медленно себя все делает Джулио Баптиста. Как Робин разогнался и как я запорол. Как просто я запорол. Тут я виноват. Робин опять отбирает неугомонный Ариен. Робин, пас на Снейдера. Вот на Робиньо. Робиньо пропускает мяч перед ног. Но было принимать, было принимать. Давай нагадут бить штрафной. Все половина, 73-я минута. 1-0, минимально выигрываем. Робиньо может уйти, но нет. Защитники останавливают. Читают защита Ивенсуса. Робиньо. Тихо-тихо. Не нервничаем. Но Робиньо. Ой, и ломает Камаронези. Робиньо ничего, ну, понятно, да. Опять заброс на Маури, против Пепе. Маури, пас! Заброс. Нет, мяч не ушел. На Робина. На Робина. Тут бежит Баптиста. Контратака. Баптиста. Пас на Робина. И нужно забивать. Робин! Нет, не будет второго. Было еще подходить ближе. Робин отбирает. Ой-ой-ой, это красная. Ломает Арина. Даже он еще желтый. У Арина ровная рама. Ну что вот это? Штрафной был. Это штраф. Травмирован Арина. Через ближнего. Опять Баптиста можно бить. Забивать. Нет. Попадаем в игроков. Серхио Рамос. Назад на Канавара. Тот вычудил какую-то хуету. Дэвис отработал. Что ты творишь? Тихо-тихо-тихо. Пепе, Пепе. Снейдер. Аго. Баптиста. Робина. Робина травма. Он стал веса очень медленно. Тихо. Не даем проходить. Робиньо. Робиньо, которого уже нет с почти силой. Он бежит. И может забить еще один. Нет, не забьет. Буфон. Надежный страж ворот. Арбини, можно сказать, убежал. Четыре за ним бежало. Ну, Буфон почти. Теперь он может найти Робина. Я выпустил Делареда вместо Робина. И Гарая вместо Кайбо Канавара. Потому что сил у них уже совсем нет. Отлично разыграли. Но будет. Аут. Баптиста. Ну, бежит. Да, мяч сохраняется у Баптисты. Штрафной. Келли не фалит на Баптисте. Очень много фолов. Желтый. Келли не даст. Фол. Пробуем подать. Сидят подачка. Ай-яй-яй. Ну, бежать дается. Сильная подача, конечно. Очень. 89-я минута. Мы минимально выиграем Ювентус в финале Лиги Чемпионов. Робиньо не попал в пенальти. Через 2 минуты. Штрафной по нашим воротам. Опасно, может быть. Ювентус выиграет мяч, но... Ой-ой-ой. Дэвид. Робиньо. Робиньо сам пытается выезжать. Ничего не получается. Заброс.
На Тридзюге, Давид Тридзюге, Дэвидс, выноси. Не туда. Дэвидс читает все. Нет, не дать. Подать. Подача. Мы выносим иначе. Нахуй его. Да! Да, 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 друзья! Реал чемпион! Выиграет Лигу чемпионов в сезоне 2009-2010. Да, я это сделал. Это был очень легкий путь, но я это сделал. Радуется наша команда. Ликует, ликует Реал Мадрид. Потому что я это сделал. Робиньо плачет, плачет. Слезы счастья. На глазах Робиньо, да. И плачет защитники. И вся команда Ювентуса. Что они проигрывают. Для них тоже был трудным. Соболезным, конечно, соболезным. Да, минимально я выиграл. Баптиста забивает. Лучший Баптиста. Я мог забить и два. Ну, точность Робиньо меня подводит. Вот он. Это трофей, который сейчас над головой подымет Икар Силес. Да! УЕФА Лига Чемпионов. Победитель. Реал Мадрид. Да. Еще сбоку должно писать Ice Frog. Но этого не будет. Как-нибудь в следующий раз по фотошоплю немножко пофантазирую. Да. Радуется Реал Мадрид. Фото. Яша, часть, я чуть со стула не упал. Все, пошли традиционные победительные круги вокруг поля. Показывают стадион, но я не знаю, что это за стадион, не было показано. Ну, в общем, все, можно выходить. Все, мы выиграли. Победитель Реал Мадрид. Поздравляю. Спасибо, принимаешь поздравления. Я надеюсь, что этот выпуск наберет самое больше лайков за все почти 100 наших видео, которые мы сняли вместе с Фанни. Это, как можно сказать, первая пройденная игра на канале, но первый такой успешный путь. Он был, конечно, непростой, потому что первый путь всегда первым блинком. Надеюсь, что вы поддержите меня лайками, чтобы это что меня смотивировало, чтобы я пытался играть еще лучше. Ставим большие пальцы вверх, не расстраиваем нас с Фанем. Всем пока, с вами был Ice Frog, удачи!